Ир булзан, пучланач және бурнаш, хавасла, илемля, аван. Кашный гун, ирхи шидизе етре, чевашин наци телевидение, тюре ферендже, ир булзан каларам. Ольга Элиме. Дмитрий Вириялов. Ирберех серев ранма булышыш. Хаваска молдуем парнелеш. Кашный ир уйхран перле вранар. Шена ирагуна перле бушвар. Ирир будр пурнеде хаква кураганзем юдашсем чаваш хен нацис левидене интюре эфиринже ир булзан каварам сырын бебрле паянебе Дмитрий Вириялов пурнеде сывлых сунадап саламладап шэна жу бушванны ятпа. Хали бирэн пушу ехе булзанда урамра калама булат наразу ехе дезеде шамын бегех хевелле тада шамын бегех сиве анжахта шагаву бире пырреде канзерлемес пырреде мешетлемес пирэн шамын бегех шургуннеги кому хакву гораганзем сиринде, чагымбек кому буны небе шанзадрада. Умбек марбузан, ебе занедап сире пирам вконтакте сайтри ушкана керзе, хаваран юдажерзем вали, савам зем юрзахварма, шагавал манжут вава зане пужат кому важе клеме. Савам зем юрзахвар, чуравну гуняджи без завам вар, ева зен тадам леди блюни уяву, таван рзен юдажерзен, чирзахвар завам рзен, ева зане пурнеди ебе влозаварадап коштарзан тюри эфирда. Тада ша ушкана хезе чирзахварма буда пирам паньхи ханавали идузем манжут па пиде казаква булатва жагме гадузем жирзахварны ебе вау идузане она кава забарадап ва забарадап та вау хуравлама тараже яван хибегех сырым вали паян узыл рубрика зем ир бузан гаварамра тада яван хибегех сырым вали камаважек леген юра зем шагамбек юраран манжут па пушвам алла бирен ир бузан гаварама вырынжинжин сикседам алла зарядка дум алла шене куна войло тада савана шва пушва мала таргашин. Thank you.
Лебрхот ир ир будер хакво ураганзем тюри эфирда ир бузангларам за ильдиредеп сире эзир пирм вконтакте сайт три ушка на герзеш ир загларма бутарадар мальнеди булин саванышва савамзем камаважеклен шеклеген самахзем таванрзем вали юдажерзем вали эштежерзем вали тада вазем вали мде булин шир заговар вазен эш куне лаях шамо ирце кайдар дезем манжут па шаке балава зире Підехде кіліжет. Шамбада керзе, шірзаховар, мендеболін, мембурзавам зене, вуаза барада пірен каштарзан тюрі ефірде. Тада савамзем зер пучне, зірунда шірзаховар ма бударадар халі зірен. Мен лекамал, шургуннягамалі пурі зірен. Сірі шагумбек сіве тада хевелі жандава кіліжет, і мен лежу твадар езір шургунне. Чазах ші деді, є хель тада мамава тазовадши. Мен лежу твадар езір шаган бірге бірі пальме піде козаква. Хали варам, ебир ир бузанга варам, мала положат пар гороскопа, мен сунаши же, мен занеши же пире, паэнхи шенегу нашо дарзэм. Сурыхсем, кун демендерлі еш бұрнышлама хистет пулінде эзір баян лыпкына хавыр үйдізімбе ішледер. Вагырзем, үйдізіне пұлдарулық патулын палаштарма майду бар көзірі малашлықра пызык пұлышу көрі. Егірешсем, кулін еғынықны ергене пызаган үйдізім тубын зақтыр еш көзірі шавдері тарықтары, шылдырзем лыпанмасын еші. Рақсем, кун ашивық юлдашсым вертерні паға, өзімбе бірлі көмылы кану ергейлер. Арысланзем, Пушлы ғырбаша күн құтшын мазанда үрәді, ғывыр жуғыра үшін ақпалықны үрі бәтін елзе шидерме. Херзем, терісілі еші елегілар асы жүншін зай жүредер, шағы зіре күнібек қаныш паме, күнбек ғывырын үйдізінбе шілемеде вағыт үлме, шақнашу дайлер. Таразазем, үйдізіне чылай үйдіват атсабама бұл жадыр, шылдырзем сіре мұқташы үрі қайала үрі бақтаврыне. Скорпионзем, пайны зіркере камада мін бұр жоғыжа ниндерме бұлдарадыр, шамна бұла нұмайы же вағытра бұрнышладыр. Ухыжезем, ша күн кезжүрді тербейленебек үнашыр лақмаламар, әштенеде шоғыштенеде ергене кіртмелі. Тугача кезем, құқша денгебе шығыны үйдізіне қалек татса барыр, қая ұйылзан қыдақ үгенмедейді. Шырдығанзем, пайынге күн асырадыдыр, түрғарыз ақтем жейже бүжінді вайхвада самай пөдері, шамынбада қашныйдыва васқамазыр құравлыр. Пулызем, негамбада кережес келмес пулзан қала жүзін желіп қырақ пулыр, мін жұтлан не тезіне түремен ан білдерір, қашныңзымаға шұтлаза қалыр. Шургуне час чазах комол ботранма буат бударат тада шургуне час чазах ибир чирлеме бударат пар кунда шандавак тада иммунитет войзырванны айып. Унзыр бушне витаминзем житменлихле адаванны диетологсем рациона витаминзем ле шимешсем кертме сенеше. Менле витаминзем менле абачимешре пуржи агакава бар А витамин юн жаврынышне вайхвадат унынчыл гуже шпинат шужи сава Чужі, кошман, кіжер, сімесуган, томат, петрушка, хевель жавранаш теші, усламжу, шамарда сарі та да ытты абачиміч. Це витамин юнды марзен піжеліхні юстерет. Унан жалгуже шалан жирвы, томат, кашкруды, шпинат, цитрус сэм, шурда сле кубыста, херле та да хура хурлаган, крыжовник, самохран да кава по гипертоник сэне, С-витамин тавыкне пилікшер миллиграмм керле шакын бірге шакна асырадыдыр. Е-витамин вена зэмбе артери зэне кислород паттивиштерме болжад. Унын жылгу же типшу, майор, пыржа ишшызем, тажеллизем, пвер, шамарда сариста сэт. П-витамин веде юн дымарызем патраваганны зэне чакарад. Унын жылгу же хурлуган уйрмах хурри, хура жирва, шур жирвы, черешня вырысвагава бар, Ижем жирвы, хурабилеш, чие, шалан жирвы. БПР витамин, нерв тыдымне, мышцы зене. Ща уже тогда чаре мышцы неде, ергелле шлеме видим гурет. Надо помабулат арахисра, тогда...
Оштарган мэрэнже, сэлэда да хурадыл кэрбинже, кукурус тэшэнже, ыраш, туа, тада пыра бур бэпрэвитамин. Бэвище витамин юн дымарзэне зарат, юн кевэлзэне чагарат, унэнчэ гуже пыржа ишшизэм, тада пэвер. Бэулта витамин ытваши шэвэге каварат, унэнчэ гуже шэрулми, кукурус, кубста, пыржа ишшизэм, хурадыл, виргерби, банан, тада ты абачимеш бэвунитке витамин, холестерин, Умажу в ней видом гюрета надо помогать сетре ижем жирвенде хура жирвара финикра петрушкара тебе хура сливара. Тогда пальдерешле юн бозом не ергере этот садма организмра микроэлемент сембе шула южик сембирле рациона омега вище шула южик сембе пуян мойер типшу хевель жаврана штеши шула пуа кертмеле кумберги манзангар как вураганзем а за эльдередап тогда кебергут Пирим в контакте с этой ушкан сирим вали уже шкерзе шерзагвар млади блин самым замхалевара манан сире палаштармала шубашкарда вырначна микрорайон солнечный баб солнечный микрорайон баб млади зем вырначун да тогда млади шурцем давайся сейчас микрорайон ратаргашин. Доброе утро, дорогие телезрители! Мы с вами находимся в одной из квартир микрорайона Солнечного Новоюжного района столицы. Сегодня вы узнаете много нового об этом микрорайоне, где он находится, в чем его преимущество и как оформить здесь квартиру. Прямо сейчас я познакомлю вас со специалистами, которые вам подробно об этом расскажут. В жилом районе Солнечный, который расположился в Новоюжном районе Чебоксар, рядом с гипермаркетом «Лента», началось строительство нового жилого квартала «Солнечный парк». Вера, расскажите нам про микрорайон Солнечный. В чем преимущество? Солнечный начал свою историю летом 2015 года, и основным застройщиком района является группа компании «Удача». На строительном рынке Чувашии мы существуем уже 15 лет, и за это время мы доказали, что комфортное жилье доступно каждому жителю республики. Вот. На сегодняшний день в районе уже введены в эксплуатацию 9 домов. Это уже около 3000 человек стали счастливыми обладателями своих собственных квартир в нашем районе, и это не предел. Район располагает в экологичном месте города, то есть рядышком с лесом. Солнечный сочетает в себе все плюсы городской и загородной жизни. Этим может похвастаться не каждый застройщик города. И также мы отличаемся среди новостроек тем, что по проекту все дома у нас находятся на большом расстоянии между собой, что позволяет людям чувствовать свою внутреннюю свободу и создает атмосферу простора в районе. Мы сейчас продаем квартиры в новом жилом квартале «Солнечный парк». Он будет состоять из 6 жилых домов, огражденной территорией и прям непосредственно параллельно с лесом. То есть это, я считаю, что одно из самых таких выгодных мест вообще в Солнечном и очень удачная позиция, которая сейчас стартовала к продаже. Уже как 2 недели можно купить квартиру в жилом квартале «Солнечный парк» от 1 миллиона 198 тысяч рублей. А двухкомнатную квартиру можно купить себе за 1 миллион 864 тысячи рублей. Это тоже очень выгодно. Район наш развивается постоянно. То есть сейчас у нас идут работы по монтажу дороги без выходных. То есть строительная техника едет постоянно, дорога строится, детский сад строится, школа в проекте заложена, уже проектируется, что немаловажно при выборе жилья. Все дома в Солнечном выполнены из современных трехслойных панелей с применением звука и теплоизоляционных материалов. Еще одно немаловажное преимущество – это то, что стены, потолки и пол здесь ровные и готовы под косметический ремонт. Если же есть желание купить квартиру с готовым ремонтом, то группа компаний «Удача» и «Сбербанк» предоставляют такую возможность. Стоимость ремонта войдет в сумму ипотеки и увеличится незначительно. Итак, дорогие телезрители, сейчас вас познакомлю с руководителем по работе с партнерами «Сбербанка» Татьяной Черновой. Татьяна, доброе утро! Доброе утро, Оль. Так расскажите нам, я знаю, что многие боятся, вот до сих пор боятся ипотеки, думают, что это очень долгосрочно и дорого. Расскажите, так ли это на самом деле? На самом деле сейчас ипотека доступна как никогда. Самые низкие ставки на рынке. В группе компании «Удача» можно купить квартиру по ставке от 8,5% годовых. Платеж по ипотеке будет составлять всего от 8,5 тысяч рублей, что, в принципе, даже выгоднее, чем снимать сегодня квартиру где-то. Вот сейчас очень выгодное предложение в группе компании «Удача» в том, что можно купить квартиру прямо с ремонтом от застройщика. Выгоднее уже на этапе покупки квартиры сразу предусмотреть и заложить расходы на ремонт в течение
в тело кредита, в стоимость покупки всей квартиры. Ну, а по однокомнатной квартире платеж по ипотеке увеличится в месяц всего лишь на 2500 рублей, да, то есть если без ремонта это 8,5, то с ремонтом это будет 11. На мой взгляд, это несущественно. У группы компании «Удача» двухкомнатные квартиры такие от 53 квадратных метров, то есть это достаточно компактно, да, небольшое удорожание по стоимости. Трехкомнатные квартиры от 77 квадратных метров. Но чтобы было больше понятно, как сказать, к своей реальной жизни, да, насколько, допустим, изменится ваш платеж по ипотеке. Если по однокомнатной квартире, мы говорили, от 8,5, то по двушке это 14 тысяч рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 180 тысяч рублей или можно внести материнский капитал. С группы компании «Удача» дружим с момента их основания. В группе компании «Удача» в этом году исполняется 15 лет. Мы очень гордимся этим партнерством. И мы рады, что действительно большое количество наших клиентов, да, там, в 2018 году приобретали именно в микрорайоне Солнечного квартиры. Гордимся тем, что и группа компании «Удача» доверяет Сбербанку. Поэтому для нас это очень ценное партнерство. Спасибо вам большое за беседу. А это было «Утро в Солнечном микрорайоне». До свидания. Экологичность, доступная цена при высоком качестве строительства и просторное расположение домов с видом на лес делают район Солнечный одним из самых привлекательных в Чувашии. С 23 февраля в микрорайоне Солнечном начали продавать квартиры в новом двухподъездном 16-этажном доме, который находится в 5 минутах от остановки Баумана. По номеру 41-0000 вы можете получить консультацию каждый день без выходных с 8 до 21.00 и записаться на экскурсию. Как вы ураганзем, вага читрей, зирпирам ВКонтакте, сайтри ушкан ращир заговарна салам за не вула забама. Надежда жир заговарна, ирыир будар кураганзем, ирыир будар Дмитрий дезы, ирыир зиреди надежда. Еп падриель райнынджи культуры жайнджи шлеген чин зене салам вашан, вазене шире псы влох, он жузем зунадып, теза жирна надежда. Шавенбегех районды, тэп библиотека жайнджи шлеген, эштеш сенеде салам владып, хайдзене жэнджи он жузем дузабама, он жу гартвашки бешвили лех, бар массу надо передать заговорная надежда. Чынахта надежда, я бы джембек шутвадап, я бы де салам ладап, нер ирцегайны уяв яджибе, нер культура жайнджа шлеген зен уяве, шамам бады ирцегайны уяв яджибе салам ладап пурнеле культура жайнджа вайхураган зене. Тада салам ваше шуравнагун яджибе Александр Владимирова, юратна можере, тогда аджизем, Александр Владимирова, журангу няджибе, савам лаще, Саша Ибирзана пидых да юрадатпор, тейрейли бор, нажилуа бор, сывлых сана нуммайрах, журангу няджибе, зана дезе ширзахварна. Анатолий Грабус, дава савам лаще, тахшам перле вернеген, перле вернегене зем, чаваш пачау университетнже перле вернене жинзем, Анатолий журангу няджибе, зана, сывлохло был, нумайрах онажу, тейлейле был, юраду зана нумайрах, шурауна гунь яджибе. Тогда Игоря, завам ваше, хужаматне ширзаговарман, анджахта Игоря, шурауна гунь яджибе, савам лап, партизе ширзаговарна. Тень юдарзем, завам важенда, тень таванезем. Тогда, шагамбек, савам, эйбир баян, пирен чишивых тахак вашин намара, бахомова марина на шурауна гунь яджибе, чунжиререн, духаган, чи ирыда, ожа замах без савам ладпар. Вал ельджи краянын чечурал зависны, хали чем гибе шубашкар хулынче бурнать, эберына уехпек шуды кунжу, шурхи хевербек ирыкымыл, инжет шу евер ворам эмер, чаваш юманебек ширып сывлых сунатпар. Эшре тада да ютварах шилену дума вайхау хужынзах пыдыр санат. Савам лаганезем, таванезем, юратна можаре тада иге ывале тезе шерзах варна. Эбеде савам ладап сирипурне дешак, уявзым ячбе тензирым байн шурал гун тензирен баян ахалигна саваннышва вайх кымылла кун шамынба манжут па сирым вали ларт сабамала тебер са камалажик леген саваннышва хитрей юра тархаши.
кулине, кулине, кулине. Чагар кучла пугане, кюржеки де пуранат, манчерине щундарат. Эх, кулине, кулине, анчундар манчерине. Эх, кулине, кулине, анчундар манчерине. Кулине, кулине, сарышишле пугане. Кулине, кулине, о, сарышишле пугане. Пашин пахсайыл гулак, ебель ебер туянать. Эх, кулине, кулине, анчумдар манчерине. Эх, кулине, кулине, чундар манчерине. Кулине, кулине, щебеш со слову гане. Кулине, кулине, Юра шарада, шапшик ебер туянать. Эх, кулине, кулине, анчумдар манчерине. Эх, кулине, кулине, анчумдар манчерине. Уважаемые телезрители, еще раз всем доброе утро и еще раз хочу поздравить всех с прошедшим праздником, с профессиональным праздником. Вчера был День работника культуры, поэтому всех людей, которые трудятся в сфере культуры, я поздравляю с прошедшим профессиональным праздником, а еще завтра Международный день театра. Ну и в год театра, 2019 год объявлен годом театра, ну, я не мог не пригласить какого-нибудь артиста, актера, поэтому сегодня у нас в гостях актер Чувашского государственного экспериментального театра драмы Евгений Евграфов. Евгений, доброе утро. Совершенно верно, доброе утро. Евгений, ну как, проснулись, весеннее настроение, ощущение праздника, завтра все-таки у вас профессиональный праздник, оно есть, присутствует? Да, конечно, оно присутствует, но в связи с вчерашней погодой было немножко, конечно, не весеннее. Ну и, наверное, вас поздравлять надо и со вчерашним прошедшим праздником, получается. Вы празднуете сразу через день так вот два праздника или нет? Ну, вчерашний праздник, он не совсем наш праздник, он День работника культуры, то есть это немножко другая структура, а действительно профессиональный праздник у нас только завтра, Международный день театра. Собственно, с праздником, с наступающим. Спасибо, спасибо. Евгений, ну и, собственно, о вашей личности. Вы трудитесь в театре, в необычном театре, это Чувашский государственный экспериментальный театр драмы.
немного, ну, необычная профессия, так скажем, для обычных обывателей. Как вы вообще решили стать актером, артистом? У вас может быть творческая семья, может быть, кто-то вас вот заставил, может быть, даже из-под палки обычно, ну, вот родители там говорят, вот пойдешь учиться там туда. Почему вы решили стать артистом? На самом деле, из-под палки. Глобальный вопрос, да? Да, на самом деле, из-под палки у меня никогда этого не было. Я всегда думал, что я буду классным юристом, крутым адвокатом до 11 класса. Но и получилось так, что учась в школе, заканчивал школу вторую в Чебоксарах, классный руководитель Зоя Валерьевна попросила, уговорила меня выступить на сцене. То есть какой-то самодеятельный конкурс был. И она попросила меня выступить, и я, так сказать, сорвал аплодисменты, вкусил то чувство. И как-то все после этого пошло, поехало. И то есть 11 класс, пришел выбор учебы. Пришел к нам руководитель Валерий Николаевич Проворов и сообщил о том, что набирает курс, подготовительный курс в наш местный институт культуры. Ну, я как-то пропустил это мимо ушей. Ну, и спасибо, опять-таки, своей классной руководительнице Зое Валерьевне. Она настояла, сказала: «Жень, сходи, попробуй». Сходил я на занятие, посмотрел первое занятие и был, конечно, удивлен. Сильно удивлен. Ну и пришлось прийти на второе занятие, и после этого все как-то все поехало, и по сей день, то есть, работаю в театре. Ну, в общем, в эту профессию попадает именно так, да? Обычно наоборот, когда вот дети мечтают о какой-то творческой профессии, ну, а родители там хотят, чтобы они стали юристами или экономистами. У вас получается наоборот. Вы хотели стать юристом, но так получилось, то, что вот ваши наставники вот как-то не из-под палки, как я до этого сказал, вот попросили вас поучаствовать вот в какой-то сценке, и уже вот с этого закрутилось, завертелось, да? Ну, потихоньку, да, так и поехал. Родители были, конечно, в шоке, когда в 11 классе сказал, что у меня выбор стоит в институт культуры. Как так? Ты же уже все, юрист, адвокат. Я говорю, ну вот, как-то я пересмотрел. И согласились, одобрили. По поводу учебы в институте культуры. Чувашский государственный институт культуры, Валерий Николаевич Проворов, вы сказали, пригласил вас на какое-то пробное занятие. Вы посмотрели, вам понравилось. Что? Я просто не знаю. Мне просто интересно. Может быть, нашим телезрителям это тоже интересно. При поступлении в Чувашский государственный институт культуры тоже нужно сдавать ЕГЭ? Или там какие-то творческие такие экзамены? Как вообще поступают? Вообще проходит три тура поступления. ЕГЭ, так получилось, что мы были первые, кто сдавали ЕГЭ. И тогда уже эта система была включена при поступлении. Сдавали ЕГЭ, русский язык. А вообще три тура в институте – это первый тур отборочный, читает стихи, басни и прозу. Второй тур, если ты проходишь второй тур, там песни, танцы, то есть смотрят, проверяют, задают какие-то либо задания. Ну, а после уже вступительные экзамены, я это сейчас уже не помню, но русский ЕГЭ мы точно сдавали, я помню. Первые такие были первые, кто проходили и сдавали ЕГЭ. По поводу учебы, да, ну, понятное дело, может быть, память уже как бы не очень хорошо все. Ну, я не к тому-то, что вы давно не старый. Было. Да, давно это было. Как проходила учеба в институте культуры? Было ли такое ощущение, что, ну, вот как обычно, допустим, если учиться не в учреждении культуры, а в обычном высшем учебном заведении, то, что вот, ну, надо ходить на лекции, надо ходить там в читальный зал, зубрежка. В институте культуры это как-то веселее, может быть? Просто, ну, это же все связано с искусством, с актерским мастерством. Чем отличается учеба в институте культуры от учебы в не институте культуры? Да, лекции непосредственно, конечно, у нас были, общеобразовательные лекции, ну и
направлении в актерском мастерстве, то есть там масса было занятий по сцен-движению, по вокалу, то есть ну, такие направления в творческом отношении. Но расскажу такую историю вкратце, быстро постараюсь, может, как раз телезрители поймут, как мы учились. Литература, то есть лекция, нам задали кучу заданий. Угу. Ну, творческие люди, естественно, где-то выступали, где-то работали, к чему-то готовились. Естественно, не получилось на это все сделать. Была масса заданий, чтобы прочитать несколько пьес и так далее. Угу. С утра мы собрались, у нас экзамен. А, нет, зачет. Что делать с ребятами? Спустились в библиотеку. Собрали тот материал, который должны были прочитать. Uh-huh. Это был Тургенев, Толстой, Пушкин. Что мы делаем? Мы бежим в свою гримерку, гримируемся под Толстого, под Пушкина. Заходим в аудиторию. Наши одногруппники, то есть сидят, отвечают на вопрос, а мы заходим все такие в образах, садимся к педагогу и говорим: здравствуйте, здравствуйте. Мы решили устроить сегодня вечер. Я был Крыловым, достаю басни, говорю: коллеги, вчера написал новую басню, оцените, пожалуйста. И беру прям с текстами и начинаю читать. Отчего педагог становится немножко в шоке. Тут же подключается Пушкин. Читать свое произведение, которое он только что якобы придумал, и так далее, так далее, так далее. Подводим мы к тому, что обращаемся к педагогу и говорим: Марина Цветаева, давно хотели получить ваш автограф. Достаем зачетные книжки, даем ей. Она говорит: зачет. Зачет? Так мы собираемся и уходим. За находчивость. Все были в шоке. Правда, она поймала нас потом в коридоре и сказала, что у вас больше это не пройдет. Но так как вы сообразили и выкрутились из этой ситуации, действительно творческие люди. Так, в принципе, проходила учеба. Ну, вся учеба так проходила? Ну, нет, не вся. Это вот единственный такой случай. Ну, хотя, нет, не единичный. Были такие, конечно, моменты. Ну, было очень интересно, конечно. Это очень интересно, согласен, Евгений. Ну, я к тому, то, что вот я, мне просто интересно узнать. Возможно, у наших телезрителей, да и вообще, в принципе, вот есть такой стереотип, возможно, я могу ошибаться, то, что, ну, может быть, кто-то думает, то, что, а что, в принципе, актерское мастерство, ну, что, тяжело, что ли, там, сыграть какую-то роль, допустим, того же самого Тургенева, Пушкина, Крылова. Нужно просто надеть костюм, выучить текст и вот прочитать. Но это же не так, Евгений, да? Ну, если было бы так, наверное, тогда были все артистами и актерами. И то есть у нас не было бы театров. Я так думаю. Я к тому, если было что, так все легко. Чему все-таки учат в таких учебных заведениях? Как это вообще происходит? Такое то, что вот, ну, понятное дело, математика, русский язык, там вот, ну, правила, примеры, нужно все решать. А тут это, ну, немного другое. Как этому учат? Как учат вживаться в роль чужого человека? То есть ты один человек, а ты должен играть вообще абсолютно другого человека. Как это? Ну, научить уже с годами, так я понимаю, что это, в принципе, невозможно этому научить. А направить в нужную сторону, для этого есть множество актерских тренингов, направить в нужную сторону, чтобы актер для себя присмотрел, пообщался с людьми, то есть оценил. А актер, то есть он по жизни находится как бы в театре. И даже когда едешь в маршрутке, ты наблюдаешь за интересными персонажами, что-то, какую-то мимику, какое-то выражение, какое-то действие выбираешь для себя и потом уже в каком-либо произведении используешь это. То есть мы всегда находимся в практике. То есть мы смотрим, наблюдаем, изучаем. Ну, это уже, это так получается, как бы не задумываешься об этом, это же машинально все происходит. А дается тебе режиссером какое-либо произведение, то есть у тебя есть какой-либо персонаж, ты уже начинаешь из своего багажа вытаскивать какие-либо действия. То есть, как он посмотрел, как он сделал, как бы он сделал, как этот персонаж. Ну, вот только так. Понятно. Спасибо, Евгений. После небольшого перерыва мы продолжим наш разговор.
Уважаемые телезрители, напоминаю, сегодня у нас в гостях актер Чувашского государственного экспериментального театра драмы Евгений Евграфов. Евгений, еще раз доброе утро. Утро доброе. Ну и, собственно, по поводу вашей работы, по поводу Чувашского государственного экспериментального театра драмы. Наверное, вопрос будет немного глупый, но все-таки, почему он экспериментальный театр драмы? Какие эксперименты вы там проводите? Расскажите, пожалуйста. Мне кажется, у многих возникает этот вопрос, почему экспериментальный. Экспериментальный, наверное, потому что у нас нет каких-то определенных рамок в театре. Мы можем использовать и выражать свои как-то спектакли, либо пьесы, то есть экспериментировать как хотим. То есть это не классические постановки поставленные? Нет, почему? Могут быть и классические. То есть я как бы не говорю, что нет у нас классики. Вот совсем недавно была премьера по мотивам сказки «Золотой ключик» Буратино на современный лад. Автор Вельев переписал текст Буратино на современный лад, то есть там и ниндзяга есть, и как-то, масса всего современных сленгов. И, то есть довольно-таки неплохой получился спектакль, такой интересный. То есть Буратино, Кота Базилию, кстати, я играю современного Кота Базилию, который говорит, что у нас есть свой капитал, мы можем там все это сделать. Ну, в общем, на самом деле очень интересно. Лиса, Алиса и Кот Базилию – это такие бизнесмены, современные такие. Приходите, будет интересно посмотреть. Кстати, да, всех приглашаем в экспериментальный театр драмы, который находится в городе Новочебоксарск. Такие интересные постановки, какие-то интересные интерпретации, классические постановки, сделанные на современный лад. Так вот, по этому поводу классические, я имел в виду не такие классические постановки, как вот взять пьесу, раздать роли актерам, и они учат текст, и как бы все это играется на сцене. В вашем театре, вот, ну, во-первых, это современная интерпретация. Это один из направлений эксперимента, так скажем. А еще, я так понимаю, экспериментальность заключается в том, что вы не только... ну, скажем, на русском языке. Вы еще языком тела, языком жестов выражаетесь, и у вас есть еще такие постановки. Я это правильно понимаю? Да, конечно. У нас основное все-таки направление это клоунада. То есть для большинства людей клоунады – это аниматоры, то есть клоун-цирк и так далее. А на самом деле нет. Классическая клоунада, она совершенно интересна, и пьес там не написано. И мы, получается, являемся сами авторами каких-либо номеров, каких-либо спектаклей. Совсем недавно, в преддверии Нового года, то есть мне доверили, то есть я еще и работаю как режиссер. Мне доверили сделать постановку перед Новым годом, то есть новогодние елки, так скажем. Было сперва представление клоунское, а потом уже вокруг елки. Так вот, это первое представление, спектакль. Ну, я его называю спектакль, как свое дитя. Как режиссер, да, я имею право это сделать. Как клоуны звезду искали под самый Новый год. Совершенно интересная такая история получилась. Она была придумана практически за один вечер, за одну ночь. Как это обычно бывает. Как обычно, наверное, бывает. Я получил какое-то вдохновение. Да, муза пришла. Да, муза такую поймал, написал. Пришел с утра в театр и сказал, вот так, будем делать то-то, то-то. И Валерий Николаевич Проворк так оценил, сказал. Руководитель театра. Он как-то так оценил, сказал, ребята, работайте. И действительно получилось представление, ну, этот спектакль. Почему получилось? Потому что многие люди, которых мнение для меня важно, они подходили, говорили слова благодарности и говорили, что очень было интересно. Ну, я думаю, это вот как бы великого стоит. Ну, вот основное направление для меня, это, конечно, клоунада. Клоунада. Вот вы сказали то, что, да, есть в народе, так скажем, опять-таки такой стереотип, то, что клоунада – это веселье.
веселье, это несерьезность, но на самом деле клоунада же подразумевает собой какие-то глубокую философию, какие-то глубокие мысли, ну, в рамках вашего театра. Это ведь так на самом деле? То есть, ну, вы же не просто надеваете красный нос, делаете такой грим веселый, вызывающий. Вы же своими постановками, такими веселыми, клоунадой, хотите что-то, какую-то глубокую мысль донести до зрителя. Я ведь прав? Она всегда присутствует во всех номерах, совершенно верно. То есть клоунада – это не только скакание, прыгание и так далее. То есть есть классические, не только классические номера, а есть и на самом деле глубоко, глубоко философские. То есть это не расскажешь, это нужно смотреть. Но опять-таки я говорю, повторяюсь о том, что на самом деле это очень сложно языком своего тела донести до зрителя. То есть без единого слова, без единой какой-либо там песни. Это все эмоциональная мимика. И языком своего тела передаешь те чувства, и зритель, когда зритель это понимает и, так скажем, кушает, это очень приятно. Когда ты можешь без слов донести до человека какую-либо мысль философскую, и не только философскую. Но при этом, когда вы доносите это до зрителей, все-таки юмор он присутствует, и это все вот, ну, в такой легкой манере преподносится. Ну, юмор он всегда присутствует, да, конечно, есть где-то и ирония, а есть здоровый такой юмор, хороший юмор. Есть спектакль, также у нас взрослый спектакль, «Ха-ха по-черному» называется, да, и там также без единого слова проходит весь спектакль, народ там просто смеется до слез, и многие какие-то персонажи, они узнают в себе, от этого, наверное, еще больше становится смешнее, и, то есть, впредь они задумываются так, я что-то похож на него, наверное, я неправильно делаю. Но это тоже как донесение актера до зрителей, это тоже приятно очень. Тяжело ли, хотя нет, не так, понятное дело, что тяжело, чем вам, Евгений, нравятся вот такие постановки, отличные от обычных классических постановок, где нужно текстом выражать эмоции и доносить до зрителя какую-то мысль. Вот такие постановки, где нет текста, где пантомима, где клоунада. В чем вы видите плюс таких постановок? В отличие от классических, так скажем. Ну, так сказать, почему мне это нравится? Ну или да, почему вам это нравится? Почему мне это нравится, я уже повторюсь, наверное, о том, что без слов, без каких-либо голосовых подач можно просто выразить свое нутро, передать своего персонажа. И опять-таки, если зритель это воспринимает и понимает, это вообще великого стоит. На самом деле очень сложно донести его, то есть, например, как признаться в любви, да, то есть без сказать, слов. Без слов. То есть человек начинает задумываться. А у нас есть масса таких номеров, которые это, в принципе, выражает, и зритель говорит, вау, оказывается, так можно было. Оказывается, это идет другое восприятие для зрителя, да. Ну, множество театров, которые классические, да, то есть они доносят хорошие спектакли, там еще что-то. А здесь действительно немножко другое. Наверное, этим и побеждает, и поэтому я работаю именно в этом театре. Почему? Потому что хочется как-то экспериментировать, хочется как-то доносить, причем время бежит вперед, есть масса других каких способов выражения, и мы пытаемся это все использовать. Евгений, верен ли стереотип, миф о том, что веселые клоуны, люди, которые играют клоунов, на самом деле в жизни вне театра очень грустные и очень такие, ну, тяжелые, так скажем, с тяжелым настроением люди. Правда ли это? Нет, скорее всего, это неправда. А почему складывается такое впечатление? Потому что, наверное, у этих персонажей, у этих клоунов определенная жизнь. Они
опять-таки говорю, всегда находится в материале. То есть они отыграли спектакль, потом у них происходит анализ в голове, внутри себя, почему я сделал так, а как бы сделать получше. Поэтому человек, видящий его со стороны, наверное, думает, что он грустный и непонятный. На самом деле он такой же человек, просто он находится постоянно в материале внутри себя. А в нашем театре, к сожалению, они покинули наш свет. Это Сергей Соболев, Сергей Смирнов. Непосредственно мои такие, скажем, педагоги, когда с ними общались. Да, да. Они действительно, глядя на них, когда они работали на спектакле, будучи я студентом, я просто сидел, открывал рот и смотрел на эти персонажи. И после спектакля, в принципе, они как бы и не менялись. То есть они так всегда такие в образе. Просто. Они, ну, не в образе, они, наверное, то есть у нас есть поверье «я» в прилагаемых обстоятельствах, а они всегда находились как этот в прилагаемых обстоятельствах. То есть, ну, довольно-таки очень интересные люди. Женя, часто ли у тебя бывало такое, то, что ты после работы, после спектакля возвращался домой, не выходя из образа? Ну, просто забыл выйти из образа, так скажем. И вот, ну, твоя семья. Я как-то вот, ну, удивлялась этому. Бывало ли такое? Ну да, это надо спросить, наверное, у супруги. Кстати, как относятся ваши дети к тому, что их папа, ну, клоун, грубо говоря, или кот Базилио? Не, не грубо говоря, я очень горжусь этим, кстати. Детям нравится? Да. Была не так давно ситуация, ребенку старшему 3 года, мне подарили рубашку. А эта рубашка была очень похожа на ту рубашку моего клоунского образа. Когда я одел на себя эту рубашку, мой ребенок закричал: «Ура, у нас пришел клоун, сейчас будет клоун дома». Была такая ситуация. В общем, скучать не приходится, и театр... Я к тому, что вот эта вот грань между работой и личной жизнью у людей, которые работают не в театрах, обычно она прям четкая. Вот работа, вот дом. У актеров эта грань, она размытая или такая же? Все, вышли с работы, все, дом, личная жизнь, это все разные вещи. Или это как-то из одного другое вытекает? На самом деле, то есть работы очень много. Да, и помимо театра, то есть мы пытаемся как-то развиваться, общаться, встречаться, разговаривать, поэтому, ну, приглашают на множество разных проектов, где мы принимаем тоже участие. Это для как саморазвития очень тоже полезно, как для актера. То есть жизнь, в принципе, да, распорядок, он такой же, как у обычного человека, наверное, да. Только мы едем на работу не какие-то там грустные, уставшие, унылые, потому что нам не прощает, если я пришел без настроения, зритель же в этом не виноват. То есть мы садимся за стол, гримируемся, выходим и начинаем работать. Эй, вперед, и побежали. Да. Ну, смотря тоже, какие спектакли. А спектакль тоже не так давно была премьера в прошлом году «Четыре солдата в поисках мира». Вы как раз говорили про классическую, то есть пьесу. Это современная пьеса со словами, с текстом на военную тему. Довольно-таки так тоже было сложновато как актеру, потому что совершенно другая постановка и совершенно другая работа. Вот. Женя, ну и в конце, в двух словах буквально, сейчас модно говорить, лайфхак, как нужно быстро поднять себе настроение, ну как вы обычно это делаете, потому что нужно быстро вжиться в роль и нужно веселого человека играть, хотя там тебе может быть грустно. В двух словах, как нужно быстро поднять себе настроение, такой секрет для наших телезрителей? Посмотреть в зеркало и показать себе язык. Вот он секрет всех актеров. Спасибо большое, Женя, очень приятно было с тобой провести такую беседу, ну и узнать побольше о Чувашском государственном экспериментальном театре драмы, который находится в Новочебоксарске, который ждет зрителей на интересные, необычные постановки. Да, да, приходите, конечно. Всю информацию можете узнать на официальном сайте. Да. Женя, ну и тебя, и всех коллег поздравляем с наступающим Международным днем театра. Ура! Дмитрий, пользуясь случаем, можно тоже своих всех коллег и всех актеров поздравить с Международным театром. С праздником. Днем театра, да. С праздником, коллеги, друзья. С праздником, друзья. Уважаемые телезрители, передача «Ир Бузан» подходит к завершению. До новых встреч. Поднимайте себе настроение. Будьте всегда бодры и веселы.
Эй!